восхищает тем, что в первую очередь это мастер-классы, постоянные мастер-классы перед каждой сессией, перед каждой виртуальной сессией и реальной. Ну, то есть это большой опыт. Спасибо ребятам за это. Готовишь людям уже профессионалам, нужно сделать что-то сверх нормы, раскрыть все свои внутренние знания и эмоции для того, чтобы удивить тех людей, которых уже тяжело удивить. Мы стараемся делать все коктейли, то есть классические в авангардном направлении, то есть мы пытаемся их превратить в икринки, добавить пены, дыма, то есть произвести впечатление на гостя. こう、皆さん独自でホームメイドのを作られて、なかつなんかにその今回ジェントルマン、やっぱロシアの方が考えるこうジェントルマンのカクテルっていうのを改めて Я стараюсь в своих коктейлях заменять сладкую часть нетипичными вещами, а балансировать какими-то другими вещами, типа алкоголя или какого-то фрукта, который дает сладость. Не использовать сахар, не использовать какие-то банальные вещи, типа цитрусовых, а обходить как-то, играть с этими вещами, которыми еще никто не работал.